Это событие каждый год становится праздником среди жителей села. Участники начали собираться задолго до начала спартакиады. Второй год подряд игры принимает спортивный комплекс села Абдрахманово. Здесь можно одновременно проводить несколько видов соревнований, в том числе и по плаванию. А вот я недавно начала ходить в бассейн, осваивать технику. Нравится мне это, не знаю. Знала о соревнованиях неделю назад. Параллельно проходят другие игры. Сначала оцениваются результаты в индивидуальных зачетах. Участники пробуют силы в том виде спорта, к которому готовились, а после уже прошли общие старты, где важна командная работа. Ну, самым, наверное, интересным лично для меня это будет игры ГТО. Да, это такая дисциплина в виде эстафеты. В последнее время она очень сильно входит у нас в России. Спартакиада сельских поселений проходит в 54-й раз. В этом году участие в ней приняли 25 команд. В спортивном зале Абдрахманова сейчас шумно и многолюдно. Здесь не только те, кто пришли поучаствовать, но и те, кто за них болеет. Соревнования проходят параллельно. Шашки, шахматы, бассейн. Позади меня сейчас проходит гиревой вид спорта. Участники волнуются, но настроены на победу. У каждого своя мотивация и свой любимый вид спорта. Есть и бывалые, и те, кто впервые участвует. И, как оказалось, поднимают гири, к примеру, не только мужчины. Но мне это, в первую очередь, как бы принятие личного участия. Просто свой интерес личный. А главное – участие. Нас позвал тренер футбольной команды местной, в которую ходит мой сын. Представлять родную Мактаму – это честь для нас. Когда есть соревнования, когда их проводятся, я... иногда участвую. Вот в прошлом году я тоже участвовала. Заняла я второе место. И в этом году то же самое. На одной из точек состязались любители интеллектуального спорта. По накалу страстей эта площадка не уступает остальным. Интересно. И каждый год вот своей силой узнать сильнейшим и соревноваться. Ну, чисто для себя. Ну, я выбрала шашки, потому что с самого детства я играла с родителями. Мне нравится эта деятельность. И поэтому я решила проверить себя тут, в этом. Участие принимают и главы поселений. Традиционно они соревнуются в стрельбе. Рамиль Бадридинов участвует в пятый раз. Пятый раз уже участвую в этой изумительные, нужные соревнования. К сожалению, у нас каждым годом у нас что-то усеченно. В свое время, я помню, были и лыжи, и хоккей мы играли командный, и мини-футбол, там, и вот это все. В первой категории с населением от 1500 человек победило село Минибаево. Второе место заняло Абдрахманово, третье – Нижний Мактама. Среди населения до 1500 тройка лидеров – это Тайсуганово, Бишмунча и Новотроиц. В третьей категории – Серенькино, Кама Исмагилово и Васильевское сельское поселение. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.